А вот в Кузбассе пациент Прокопьевского онкодиспансера зарезал женщину. По словам очевидцев, мужчина внезапно схватил нож и напал на соседей по палате. Один человек получил ранение, один погиб. После нападения он выпрыгнул в окно, сломав при падении обе ступни. Через 3 дня скончался от онкологии. По версии следствия, такое поведение мог спровоцировать прием сильно действующих обезболивающих препаратов. Расследование сейчас продолжается.